Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стич, и мы с вами продолжаем проходить Resident Evil 4. Мы остановились с вами на этом проклятом месте. И мы сейчас с вами пробуем справиться с этим ублюдком, который здесь у нас с вами бегает, сука. Кусок говна, блядь. Так, отлично. Нажимаем кнопочку. Убежал. Сейчас идем с вами сюда. Да, блять, что ты будешь делать, сука, зацепляет и все нас сразу. Просто эпик фейл. Я не успеваю, блять, нажимать эти кнопки сраные. Самое что интересно. Так, вот двери. Двери отлично. Так, уходим. Так, сука, но он должен был сдохнуть тут, блядь, по логике-то, а? Так, отлично. Сейчас нужно сделать кое-что модное. Это взять пистолет. Так, и попасть. Так, выйти. Нам надо сами попасть в эти штуки. Вот эти. Одна готова. Вторая. Так, сейчас надо включить их. Отлично. Промазал. Кнопку нажимаем. Так, чувак. Опаньки. Так, делаем быстрее, делаем быстрее. Так, сука. Комбинируем. Блять, я думаю, все-таки надо сожрать эту херь. Что ты, сука, а ты будешь делать, а? Вот ублюдочка. И смотрите, и убежал, а? Вот черт, блядь. Черт за гудронины, сука, что я могу сказать? Так, надо было бежать, мы все-таки с вами не в эту сторону. Ой, блядь. Я не туда побежал. Промазал, сука, ублюдок. Промазал, кусок говна. Так, еще две кнопки тут. Почему он, сука, не улетает? Он, видимо, где-то сверху, что ли, ходит. Так, кстати, тут можно взорвать было. У нас нет с вами гранаты. К сожалению, блядь. Фух, ладно, хрен с ним. Нажимаем. Так, сука, нет, блядь. О, блядь, он много оторвал. Бляха, муха, надо гранату. Гранату надо, без нее вообще будет тяжко. Нет гранаты и все. Печалька. Так, это попытка у нас с вами номер 3. Я надеюсь, что сейчас все получится. Так, пробуем. Блять, я не успеваю кнопки нажимать, сука, он промазал, представляете? Люди на промазала. Отлично. Промазал, сука, кусок говна.
Отлично. Так, сейчас берем с вами справа гранейт. Сейчас с вами потихонечку, аккуратненько выстрелим. А, пистолет, да, у нас с вами этот автомат. А ну, открыли. Ой, куда идти? Куда идти? Идти направо надо, короче, сначала. Хаваем, хаваем, хаваем аптеку. Так, комбинируем с этим. Он убежал, он убежал. Если что, сейчас... О, отлично. Промазал. Ублюдок промазал. Ой, попробуем сейчас с вами взорвать эту штуку. Знаете как? Вот так вот. Сейчас возьмем гранату с вами. Кинем ее. Так, не получается. Я вот что вам скажу. Плохо дело. Плохо дело. Ладно, возьмем туда эту хрень. Пробуем ее кинуть. Так, люди нас, сука, если в тебя кинуть. Бля. Бежать сюда надо. Вот самое чужое жопа это, дорогие друзья, что нам с вами надо было. Бежать сюда, понимаете? Ладно, бежать, блядь, где эта кнопка сраная? Я так и не понял. Ух ты, ладно, возьмем давайте с вами в руки игрушку нашу. О, блядь. Где-то должна быть лампочка, получается, или нет? Как зайти-то сюда? А. Ух ты, твою ж малево, а. Вон оно чё, бля. Вон оно чё, Михалыч. Печально, все печально, дорогие друзья. Так, блядь, давай нахрен валим отсюда. Так, он промазал. Все, бежим. 20 секунд, сука, как мы тут, блядь, запарились, а? Девятнадцать секунд. Ух ты! Блять. Я точно помню, с ним еще биться будем сейчас. Сука, с этим мудаком. Ах ты, блядь, сколько нам патронов дают. Это все неспроста, ребята. Это все неспроста. Комбинируем. Но у нас хоть что-то уже с вами получилось. Я не надеюсь, там не придется с самого начала играть. Вот эта вот РПГшечка, она нам сейчас с вами, сука, должна помочь. Я считаю. Ладно, посмотрим. Тварь, а, сука, смотрите, он ползет, блядь. Животное, сука, ты посмотри на него, а. Так, возьмем магнум, что ли, блядь. Отлично. Это все делается с помощью ножа. Сука, кабанчик допрыгался. Поздравляю, дорогие друзья. Я просто рад безумно происходящему на наших глазах картины, которая произошла только что. Победа, маленькая победа очередная. Все, боялся, что не смогу пройти. Вот, прошел. Кстати, с третьей попытки можно даже ничего не вынесать. По большому-то счету. Ух ты, бочка. Самое, конечно, страшное, если я сейчас выстрелю в эту бочку.
Ой, печалька. Тут что-то есть. Открыть. Патроны от пистолета. Можно было вот так вот бегать, да, от него. Грубо говоря, стрелять. Нахрен это надо, я вам скажу. Уважаемый. Наша цель взорвать, убежать. Так, предлагает обратно, что ли, выйти? Это что такое? Так, возьмем с вами. Ну, мы хоть патронами разжились, меня хоть одно радует. Так, тут хоть никого не будет у нас. Мне хватило, если честно, этой твари. Это, скорее всего, наверное, был... Это была левая рука, скорее всего. Салазара. Хотя, наверное, нет. Как левая? Мы же с ним расправились. С тем монстром побились. Где его надо было замораживать? Тут что такое? Это какая-то лесенка, смотрите. А тут можно возвратиться будет? Или нет? Вон оно что. И что? Тут, кстати, что-то лежало, мне кажется. А, тут лежала травка. Просто прекрасно, дорогие друзья. Чтобы попасть в сейф-рум, там придется еще побегать. Ну да ладно, что. Относительно неплохо мы с ним справились. Смотрите, насколько с вами аптечек. Нам вообще сейчас надо экономно к этому ко всему относиться. И самое главное, дорогие друзья, нам нужно с вами все вот эти аптечки попытаться сохранить перед боссом Садлером. Это самое главное. Хотя еще Краузер будет. Там еще не лучше. Кстати, он будет сейчас, если я не ошибаюсь. Так что, что-то я тут это... Расслабился уже с Краузером-то. Ладно, вылазим наверх. Фух, гранатка. Отлично. Граната, граната. Это что такое за место сраное? Там у нас зомбаки обитают. Вот, что там у нас с вами есть. Охренеть. Кстати, тут один ублюдок есть. Полезет. Раз, два, три. Я их так и буду долбить. Я, кстати, никуда не пойду. Кровище только хлещет. Все подыхаются, но раза причем. Самое очень интересное. Охренеть, каких много. Они, видимо, все были живы. Все благополучно с первого раза подыхают. Круто. Вот это чувака надо успокоить сразу же. Сука, не нравится. Блять, он живучий, я вам скажу. Прыгаем. Я надеюсь, это все. Блин, ну зачем нам патроны от пистолета? Кто мне скажет? Хрена нам патроны от пистолета? Самое жесткое это будет Краузер, знаете. Да вообще будет просто супер-мега жестко. Что тут-то есть? Под, вход какой-то в подвал. Как вы думаете, стоит туда идти или нет? Я даже не знаю. Охренеть можно. Там сокровище, кстати.
нам настоятельно рекомендуют пройти туда. Бля, чё, пойдемте? Чё делать-то? Чё делать-то, я вам скажу. А, вон оно чё, смотри-ка. Чё-то тут все так замудрено, а? Бабки. Отлично. Мы, получается, с вами все правильно шли. Так, а где тогда еще? Где находится? Где-то вот здесь, смотрите. Смотрите, где-то вот здесь. А, отлично. Так, это можно, кстати, применить. Кошки, кошки. И у нас кошка будет с вами полностью обмундирована. Не знаю, как это слово сказать. В общем, будет прокачана. В полном обмундировании. Все, кошак готов. Денег, наверное, будет стоить немалых. Ну как? Не таких уж огромных, но каких-никаких, по крайней мере. Давайте сразу еще наверху вот тут проверим. Вот это место. Так, палатка, палатка. Куда, куда идти? Выйти, по-видимому, надо. Так, цветок. А, ну и вылезем мы сами тут-то. И там будет в руинах наш любимый Краузер. Мать его за ногу. Ух, как мне неохота с ним встречаться. Но если знать тактику, можно с ним справиться, кстати. Краузер. Я что-то вернулся к старику Садлеру. Так, ну, я что-то там, то ли он участвовал в похищении Эшли. Похоже, да, он типа чем-то наградил его за это. Угу. Ну, как-то так. Вескер, тут что-то про Вескера сказано, блин. Жаль, английская версия, тут до конца ничего. Так, только образно можно перевести все это дело. Блин, ну охренеть можно. Патроны от пистолета, вот, представляете, дают. Типа, чувак, пользуйся, блядь, патронами от пистолета называется. Так, что у тебя есть? Давай посмотрим. В первую очередь посмотрим тебя. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? Так, ну прокачать можно, да? Тачку на прокачку. Огневую мощь можно прокачать. Так, купить что можно? Аптечки есть. Аптечку, наверное, нам точно не дадут. Нет, скажут, у тебя и так их много. Хитрый. Так, кошка. Так, кошка со всеми за 35 уйдет. Корону пока оставим, потому что... Ну, тут... Тут прокрафтить вроде можно, потому что написано, что прокрафтит, да? Так, ну элегантно. Сейчас попробуем, кстати, с вами. Давайте попробуем. Все. Если нет, сразу продадим. Комбинировать. Так, это ничего не идет. Окей. Это может зайдет, нет? Так, эти тоже не идут. Остаются вот эти. Скомбинировать. Нет, ничего не идет. Тогда это можно ожерелье, в принципе, продать. Так, еще можно пострелять сходить. Так, мы пострелять, мне кажется, там ничего такого не лежит в этой комнате. Кстати, сразу же купим, наверное, с вами этот. Точно. Возьмем с вами Rocket Launcher. Вот что я вам скажу. Вот что мы с вами возьмем. Вот что мы возьмем, так это вот это. Так, не то. Давайте. Все вот эти уберем сами, прибамбасы. Траву всю можно замешать, в принципе. И
Thank you. Так, ну тут надо заходить, блин. Загрузка уровня, поэтому нет, заходить не будем. Сразу же идем с вами сюда. Посмотрим, что тут будет. Будет дверь, да, будет дверь. У нас с вами родненькая, любимая дверь. Краузером. Так, три мины. Хорошо. Будет жесть. Попробуем, если не получится. Дорогие друзья, если не получится. Так, пропустил. Давайте скомбинируем траву сразу же. Чтобы потом не возникло такой ситуации, что нам надо с вами будет судорожно это что-то комбинировать. Так, ладно, пока оставим. Вот так вот. С краузером биться, только брать. С краузером биться только брать, я вам скажу. Наверное, магнум все-таки. Или что у нас там с вами есть? Да, вот такая вот херь. Ублюдок. Ну, кстати, он с нами будет бегать, поэтому надо его тут. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Краузер? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. У нас попало. Так, хаваем. Хаваем. Кстати, если я не ошибаюсь, он сейчас сюда прибежит. Вот ублюдок, а. Да, ну в него надо, кстати, попадать. В него надо попадать. В этом моменте будет. Ладно, мы попробуем сами все равно. Сколько-то попыток мы сами обязательно сделаем. Кстати, будет трава, видимо, всегда, да, попадаться. Ладно, берем еще раз ТМП. Кат-сцену мы пропустим с вами. Мы ее не будем смотреть. Так, тут ничего такого нету. Главное попасть, потому что он запускает эту штуку с вами. Вот, сейчас надо бежать. Сейчас надо бежать. Так, сейчас его надо ждать. Исчез. Все. Так, тут тупичок. Нет. Тут, кстати, есть вход. Так, у него тут гранат тоже умотаться. Ой, патроны. Надо соединить траву. Так вот, патроны возьмем. Патроны возьмем, кстати. Патроны возьмем. Так. Раз, по-видимому, надо бежать сюда. Какая-то будет западня.
Нет. Так, я пошел обратно. Не понял, почему не в ту дверь. Я бегу такой, сука, нарезал такой, блядь, супчик-голубчик. Вот в эту дверку нам с вами надо. Так, ублюдок. Он нас с вами зацепил. Да что ты, сука, будешь делать, а? Так, была не была, еще одну хаваем. Так, убежал. Отлично. Сейчас пока он нас с вами больше доставать не будет, да? А что сейчас? Скомбинируем. Скомбинируем. На сами немного, кстати, уже осталось травы. О, я помню, тут какие-то, блядь, будут жуки. Кто их помнит? Ставьте палец вверх. Вон он, сука, ублюдок сверху стоит. Падла вовсю стреляет, а? Ты посмотри на него. Так, он бежит, сука, кстати. Блять, у нас опять зацепил, сука. Вот ублюдок. Так, кидает гранату. Это уже хорошо. Так, убежал, сучонок. Куда идти? Так, рычаг закрыт, значит, надо мы в правильном куда-то с вами направлении идем. Может быть, наверх? Если нажимать правильно кнопки. Так, он тут был просто. Нет, тут не наверх. Так, тут что такое, блядь? Если нажимать правильно кнопки, то мы его с вами, в принципе, на ножах победим. Без проблем, я вам скажу. Да, попытаемся мы это сделать. Аптечек много тут, кстати, дают. Первое. Сука, мудак. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Так, сука, ублюдок, ты где? Так, ублюдок, сука. Так, аптечку. Фух, я как я волнуюсь, дорогие друзья. Ставьте палец вверх. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Так, давай, сука. Так, сука, давай. Мимо. Мимо, мимо, сука, давай. Ты где? Ну? Так, сучка. Ты, короче, не хочешь, да, квиктаймить?
Так, убежал, ублюдок. Убежал, убежал. Отлично. Так, пока держимся, уважаемый. Держимся, держимся. Красная трава. Если у нас еще есть одна... Ах ты, черт, нету. Два баллона. Так, надо тут двигать. Что делать-то? Двигать, мне кажется, куда-то сюда. Нет? Так, двигать вот сюда. Отлично. Фух. В принципе, тут только осталось Краузера победить в решающей схватке. Надо было все-таки прокачивать, я считаю. Так. Два этих опустилось. Первый рубильник это откроет эту дверь, второй откроет ту. И, кстати, дорогие друзья, сейчас вот будут эти жучки эти ползать. С ними надо будет как-то быстро разобраться. Блять, я не посюда побежал. Опаньки, промазал, сука. Вот так. Отлично. Фу. Так, сука, сейчас еще где-то полетят. Пронесло-то как, а? Как, блядь, пронесло? Отлично. Справляемся, пока справляемся, держимся с вами, дорогие друзья. Если это будет все, блять, надо брать, я не знаю. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Ублюдок, сука. Так, быстро аптечку жрем. Кстати, ее можно скомбинировать. Как вариант, можно попробовать кинуть гранату ему будет. А если ему гранату кидаем и после этого пробуем ему, короче, базуки. Пока мы с вами вторую половину не возьмем, ничего тут не произойдет, если я не ошибаюсь. Фак, вот она, точно. Блять, там сколько там травы, она так аппетитно выглядит, я вам скажу. Мне совсем неохота туда идти. Two down, one more to go, Краузер. We'll see about that. Давайте сейчас попробуем его с базуки задолбить. Твою мать, а. Я надеюсь, нам сами уровень не дадут полностью переигрывать. Не скажет. Если скажет, то это будет эпик фейл. You've lost it completely, Краузер. Prepare for your death, Леон. Охренеть, а.
Там что-то, короче, какой-то удар, блядь, следует. Так, твою мать, а? Это что такое сейчас было? Типа ему похрен? Так, ублюдок. Давай, сука. Я тебя, сука, ножом задолблю. Кусок дерьма. Отъехал, блядь, мудила. Блядь, нам куда с вами идти? Кто мне скажет, а, дорогие друзья? 2 минуты. А все про все я не помню, а. Так, нахрен, быстрее вниз бежим. Быстрее вниз. Так, где она находится, эта сраная херь? Бля, 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 бля. Комбинируем. Так, 209. А, вот она или не здесь. Отлично. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, если вам понравилась эта серия. Так, используем 2 минуты. Ну, в принципе, тут времени достаточно много. А мы все тут с первого раза с ним разобрались. Как мы его четко ножом, а? Задолбили. Вот так вот заходим. 5-3 у нас с вами позади. Делаем сохранение. 10 раз умерли. Но ничего, я думаю, достойно сыграли. Эта глава просто получилась, как и прошлая, кстати. Просто эпичная. Я надеюсь, вам нравится. Поэтому, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Если еще этого не сделали, у нас с вами Resident Evil 4 подходит к концу. Потом будет следующая часть, это 5-я. Так, тут машинка. Ну что, давайте еще раз тогда запишемся. Для чего делать машинку, если тут конец главы? Видимо, если мы что проиграли, чтобы начать именно с этого места. 72-е сохранение. 20 часов 24 минуты. Я все такие игры, кстати, за столько прохожу. Я никогда не бегу тут, сломя голову. Поэтому в моих прохождениях не стоит тут надеяться на то, что я пробегаю за 7 минут, за 7 часов и все. На этом все кончается. Это как-то вот так вот, дорогие друзья. Вот, ну сами, что впереди ждет. Финальная точка вот тут, острова. Дорогие друзья, давайте еще раз скажу, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, я надеюсь, вам нравится, ставьте палец вверх, поддержите меня, себя и мой канал, и все, что только есть на моем канале. Также посетите группу ВКонтакте, все ссылки найдете в описании под этим видео, вступите обязательно в нее, тоже поддержите. Ну и вам большое спасибо за внимание, ну и с вами был Стич, всем до новых встреч, пока!